сначала всю машину, потом уже начинает с крыши, понимаешь, это воду все. Там интересно, знаешь, зачем он тряпку вытирает? Да. Секрет в чем? Когда машина моется бесконтактной мойкой, когда ты проводишь, ты мгновенно сушишь машину в этом месте. И остаются такие полосы грязные. И если клиент увидит, что машина грязная, не вымыта, то толку. Слушай, ну у тебя бэха нереально крутая. Давай поменяемся. На утюг? Да. Какой год? 7-й. Нет, 99-й. Не играет, да? Нет, бэха нормальная. Единственное, как бы, мне минус, я считаю, что мотор. Тут там стоит у меня мотор 2,2. Был бы 2,8. На BMW? Да. Ну, 2,2 в принципе хватает, но 2,8 было бы, конечно, вообще. 2,8 у меня нормально. Ну, но, блин, расход опять же. У меня расход 8 литров. Ну, 8 у меня, 13. 13? 13. А, 13? Ну, это же 7 литров. А много у тебя масла ест? Масло? Нет, не очень так. Ну, разница, конечно, чувствуется, но не особо. Ну, сколько примерно? Это BMW с кем? В день по литру? BMW все очень сильно едят масло. Это его фишка такая.